Всем привет, ребята! Меня зовут Лёна 200, и сегодня мы с вами сыграем в новую игру под названием Tanks Blitz. Для вас она новая на моем канале, а для меня она уже как бы старая. И я в нее уже играю почти год. И за год я, так скажу, прокачался довольно-таки хорошо. Гляньте, сколько у меня танчиков. Видите? Тут даже один какой-то продается до 2010 левела сразу, видите? Он этот великобританский. В общем, давайте я сниму небольшой обзорчик. Смотрите, значит, что у меня есть. У меня, значит, тут вот такие вот есть. Видите, из США 5 уровня, тут 4, 3, тут еще 3. Тут такого еще из великобританский. Фашистской Германии, СССР. Тут еще китайский вот даже есть. Еще один великобританский, японский. Ну, в общем, вы сами все видите. Вот французский даже тут откуда-то у меня есть. Хотя не помню, чтобы он у меня был. Так, вот еще одни советские танки, вообще правильно говорить, не СССРские. Вот они. Да, тут первого, зато тут третьего еще также есть. Видите, очень маленькая дула. Ну, я всегда только за этот играю. Да, видите, который 5 уровень. Скоро он мне уже, кстати... Скоро я накоплю, кстати, смогу купить вот этот вот танк за 800 тысяч. Очень дорого, короче. И, кстати, давайте глянем, как можно ли обменять золото или что там. Вот на... А, нет. Так нельзя. А, вот. Вот. Давайте так введем. Давайте. 1000. Вот так вот. Не буду. И у меня тогда будет 500 тысяч. Это мне, к сожалению, все равно не хватит. Но как накоплю, я вам сразу же про это сниму видео. Да, вот так вот у меня. Тут еще танчик такой продается. Ну, давайте, кстати, заберем-то подарки. Тут какой-то новый... Типа, что-то по типу Battle Pass. Ну, как в стендофе и Бравле. Давайте заберем награду, именно 10 тысяч. Тут вот еще подарков куча. Давайте вот сюда зайдем. Что тут у нас? И еще какие-то танки. Кстати, вот у меня золото сейчас, как вы можете видеть, 1063. Я, в принципе, могу еще потом 1000 накопить и могу какой-нибудь здесь танчик купить. Вот можно советский. Видите, Матильда. Прикольно звучит. Так, еще фашистский танк. Так, все, танки, к сожалению, закончились. Тут у нас что? О, контейнеры. Да, это сколько я сюда не заходил. Давайте откроем один. Давайте вот этот откроем. Да, ну тут, как всегда, какая-то фигня. Тут у нас что? Вот спическую, надеюсь... Блин, пожалуйста, хоть бы танк. Хоть бы танк и... Опять эти бустеры. Не понимаю, нафиг они мне нужны. Ну, тут еще также есть. За видео. Ну ладно, за видео мы не будем открывать. Нафиг это надо. Тут еще также какие-то контейнеры продаются. Видите? О, а это что? А, это контейнер с аватаркой. А, нафиг не надо. Да. А еще... О, вот за 1500 контейнеры. Тут что? Ого, тут танки. 10-го левела. Да. Да жалко, конечно, что выбить шанс очень маленький, да. Вот мне могут вот... Да, если же вот куплю прям сейчас 3 штуки, их 3 тут, что ли, можно сразу, да, то я по-любому получу не танк. Даже танк 5 уровня. Блин, вот эти... Блин, они все прикольные, эти танки. Я бы очень много себе хотел. О. Премиум аккаунт за рекламу. Я не понимаю, зачем эти премиум аккаунты. Тут же еще танки такие продаются, какие-то кубки. Не понимаю, нафиг они мне нужны. Я не знаю, может, что-то не понимаю. Кто шарит, кстати, за Tanks Blitz? Расскажите, что тут надо делать. Не, ну как играть, я знаю, да. Мне это не нужно объяснять. Вот, что, вот это такое.
Да еще столько этих пришло уведомление. Получено монстр. А, все. Ладно, давайте начать играть. Берем вот этот вот танчик. И тут также можно события. Вот рейтинговый. Но тут для этого нужен танк 7-го уровня. Минимум 7-го уровня. Да, и вот такой вот еще какой-то режим. Ну, давайте пока обычно сыграем. А в следующем видео, может, какой-нибудь другой сыграем. Ладно, давайте начинать. Берем танчик и погнали. Да, ребят, возможно, у меня про танк Блиц будут редко видео выходить, чем про War Thunder. Про War Thunder, кстати, сегодня точно не выйдет. Да, потому что сегодня и так у меня 2 видео снято. Завтра я не знаю пока. Может, завтра попробую. Ну вот, могу сказать, что на этих выходных точно я сниму War Thunder. И, кстати, ребят, вы не забывайте подписываться на мой канал, да, ведь в честь 1000 подписчиков я сниму стрим. Так что, ребят, давайте. Советую вам прямо сейчас нажать на красную кнопку подписаться. Ну и также поставить лайк, нажать на колокольчик. И на мой телеграм-канал тоже подписаться. Ведь там, кстати, у меня отрывки из новых видео намного чаще выходят, чем на ютубе. Ну и на ютубе я тоже постараюсь их выкладывать. Так, ну я, в принципе, тут очень давно играю. Опа! Тихо. Давайте вот так спрячусь. Да, я тут много чего уже. Ой, тихо. Так, давайте вот так вот. Ого. Ё-моё, как же. Давайте. Это главное слабые места. Слабые места это вроде как-то вот так вот. А, все, я понял. В эти красные штуки не надо попадать. Я же забыл. Да, все. Вообще слабые места это где-то вот тут вот примерно. Вот. О, все, еще один выстрел и все. Кстати, мой танк еще целый, офигеть. Так, давайте. И, сейчас. Последний. Последний. Давайте вот так вот. Сюда. Я убил. Эй. Я не могу двигаться. А, вот они. Ё-моё. Так, давайте вот так вот. Всё, наконец-то. Блядь. Опять. А, нет, всё нормально. Вот опять. Сейчас он тоже по гусенице попаду. Давайте. Все, понял. Тихо, давайте отъедем куда-нибудь. Блин, в мост попал. Ой, я тут машину случайно разобрал. Ну, пофиг. Это всё лишь игра, нереальная жизнь. Интересно, если бы игра была бы в реальной жизни. Так, аккуратно. Давайте... Так, надо еще. Он сейчас ко мне. А, нет. Быстрее, за ним. Вот сюда. Давай, перезаряжайся. Сейчас еще одного грохнем. Давай. Сейчас вот сюда. И. Да! Ого, я ему башню сбил. О, какая-то задача выполнила. Так, давайте. А, может, пойти территорию захватить? Ну, я даже не знаю, стоит ли этого делать или нет. Да, потому что тут очень куча танков сейчас. Давайте вот сюда. А где? Ух, ё-моё. Давайте, ух, всё. Блин, да, в Танк Блиц, конечно, немножечко полегче играть, чем в War Thunder. Потому что тут, видите, здоровье показывает танка. И сколько понадобится выстрелов, и сколько показывает урона я нанёс. О, сейчас. Тихо. Ау. А вот этот, у которого мало хп, видите, 27, тот, который вот за камнями. Так, еще осталось у нас, я так понимаю, 3 танка. Да, вот видите, сейчас этого добьют. А, его уже добили. Все, остались вот эти 2. Давайте. Так. Давайте пусть кто-нибудь вот этого уничтожит, я этого хочу. Тихо. Надо вот так вот как-нибудь. Ё-моё, чё я до сих пор живой, а? Так, главное в эти красные зоны не попадать. О, все. Гусеница крит. Так. Ребят, давайте еще. Вот сюда.
Так, 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 отъедем за камень. Главное, чтобы он мне не попал. Так, вот тут вот, давайте. На! Он попал. Ладно, давайте пока в этого постреляем, а то все к нему уехали. Давайте, нас осталось трое. Блин, это какой-то непробиваемый танк. Ой, я так... Да блин! О, вот, все, наконец-то. Это же он реально непробиваемый какой-то. Ё-моё, он сейчас у меня целится. Давайте того добьем. Блин, гусеница. Давайте этого добьем. Все, остался этот один. Ребят, давайте. Мы его крохнем, я обещаю, давайте. Да ё-моё, отойди. Дайте в гусеницу, чтобы он не двигался. Все, он не двигается. Теперь будет легко попадать. Давай. Заряжайся ты. Что это? Как тебя назвать? Ё-моё, у меня уже... Она сносится, офигеть. На. Давайте, ну кто-нибудь по нему стрелять. Я что, один его убивать должен? Ну все, ладно. Пофиг, что я один его убью. Все. Давайте. Вот так вот надо уворачиваться. Тихо. Блин. Пожалуйста, дайте мне в него выстрелить. Ой, тихо. Куда? Давайте. Да. Мы выиграли, ребят, с вами. Наконец-то. Так, давайте посмотрим, сколько я уничтожил танков. 4 танка я уничтожил, видите? Написано, уничтожено 4 танка. Урона я нанес. Только сейчас. Видите, 2000. Почти 3000. Тут 2660. Не пробитие, 12. И чё, это... Ого! Мне плюс 49 тысяч дали. И этих. А этих сколько? 4000 этих дали. И какое место-то? Я первое место занял, офигеть! Вот это мне повезло. Так, что ж, давайте выходить. Что здесь? А, премиум аккаунт на 20 минут. Нет, зачем? Ой. О, тут боксики. Какие? Опять эти. Ой, блин, ребят. Короче, бой был... Жесткие. Давайте еще раз сыграем. Один раз сыграем. Кстати, ребят, если вы сегодня наберете 1000 подписчиков, то стрим все равно будет завтра. Да, сегодня я стрим не будет, но зато завтра оно точно будет. Завтра днем. Завтра мое первое видео, это стрим будет. Ну, а потом уже обычное видео. Вот так вот. Завтра. Ну да, завтра будет одно обычное видео, а другое трансляция. Вот так вот, можно сказать. Да, но если вы не... А если у меня не наберется 1000 подписчиков сегодня или завтра хотя бы, то все. Значит, стрима не будет. Значит, перенесу его. Ладно, давайте... Ой... Не ожидал, что тут окажется он. А чё вдвоём на меня наехали, алё? Машина раздавил. Как-нибудь честно, чё? А чё они вдвоём? Отстань. Ё-моё, куда отъехать? Ё-моё. Мне нафиг я сваливаю чё-то. Блин, помогайте, вот что вы тут катаетесь все, а? Меня как бы атакуют, если вы не видите. Значит, как бы тут вместе мы должны играть, а не по отдельности уезжать. Кто куда. Я с двоими не справлюсь. А, хотя уже тут один. Кто это меня спалил? Давай, заряжайся, быстрее, супер. Ой, сваль. Сматываемся. Куда? Назад. Не, назад. Не надо, назад.
Блин, меня походу сейчас грохнут. Ах ты ж крыса. Ты какая, вон, видите? Стоит там за домом, стреляет в меня. Ё-моё, как я его не заметил? Что это тут? В бою. Ладно, ребят, я вообще и так хотел видео все равно закончить. О, ключики. О, кисик. Давайте откроем. Чё у меня? А танк вообще выпадает отсюда? О, 16 000 кредитов. Нормально. Ладно, ребят, я все равно и так хотел бы видео закончить. Да, не сыграв один бой. Бля, все равно проиграл. Короче, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. А вот танк как раз таки вернулся. Угу. Ну, так, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в комментариях. Ставьте лайк. Нажимайте на колокольчик. Ведь на 1000 подписчиков у меня будет стрим. А про какую игру можете мне предложить сами. Либо я сам решу. Ну что ж, с вами был я. Меня зовут Леон 200. И всем пока!